30.08.2022 года. 22:20. Управляющий автомобилем Hyundai Sonata, Мария Светлана Герлигон, под управлением гражданина Казмин Юрий Васильевич. От данного гражданина исходил резкий запах алкоголя изо рта, в связи с чем ему было предложено пройти свидетельство состояния алкогольного опьянения на месте, от чего он отказался. Также было предложено пройти медицинское состояние опьянения, от чего он также отказался. В присутствии ответственного УМВД, также следственного комитета.